упомянули производителей, торговые марки, и ввиду этого вопрос. Очень часто компании, представители торговых марок обращаются, чтобы вы дали свой отзыв, рекомендацию публично об их товаре, об их продуктах. Чаще всего вы отказываете. Почему? Ну, просто не можем договориться. Дело в том, что мы можем говорить только о том, чем я действительно работаю. В моей базе больше 1200 видео. Мы продолжаем их озвучивать, пополнять базу фильмов по подписке, готовим новые вебинары. И очень непоследовательно будет говорить, что я использую что-то, на самом деле не использую. Использую я только то, что работает на самый лучший для меня и для моих пациентов результат. Да, мы можем рекламировать любого поставщика и производителя, то, чем я действительно работаю. Но это должно выходить в отдельную категорию рекламной продукции. И пока мы не говорим, чем работаем, эта компания не обеспечивает наши требования по рекламе этой продукции. Все. По-моему, очень хорошо. То есть тут момент какой, что если я не говорю, просто сейчас мы можем сделать что? Мы говорим, NSK хочешь? У тебя будет NSK, мы можем прописывать, мы можем просто вот эту бегущую строку ставить, мы можем ставить Шуаос, мы можем ставить Астротек. Вот это я, кстати, и хотел сказать. То, что, о чем мы не говорим, оно не выходит в рамки контрактов о рекламной продукции.